здесь копнуть, блядь. Чё, Димасик? Мельница. А зачем ты туда скинул эту штучку, а, Дима? Нельзя ее скидывать, это же дедин пояс. Тут лежит. Чё, Дима? Да, вот, держись. Да. Где-то карта строить, да, будет? Да. Где-то карта будет строить, да? Так, что у нас там? Так, вот так, Димасик у нас есть. Ушо. Могу немножко есть чуть-чуть. Загружается еще, да? Вот все загрузилось. Вот. Это у нас с тобой Магадан, да? Это у нас с тобой Магадан с автосалонами. Да? А в Яндексе что у нас? В Яндекс.Картах. Что говорят про Магадан? Да. Вот наш Магадан. Вот эта коса. Вот дорога пошла наша. А это вот строим вот эту дорогу, да? На Солнечный. На Солнечный. Нам не туда надо. Нам нужно другую дорогу. Вот нам нужно вот эту дорогу. Между Карамкеном и Стекольным. Что там? Деда, шлем. Вот нам вот эту дорожку нужно строить. Между Карамкеном и Соколом. Между Карамкеном и Соколом. А где у нас тут Карамкен и Сокол? Тут Снежный, Сокол, палатка, Карамкен. Тут Карамкен у нас, Карамкен, тут у нас Сокол, да? То есть, по идее, вот эту дорогу нужно и тянуть дальше. Дальше, да, вот здесь где-нибудь. Где-нибудь здесь ее. Где-нибудь здесь мы ее и потянем. Где-нибудь здесь мы ее и потянем, да, Димасик? И сейчас мы ее и потянем здесь.
Че? А? Че вы хорошие? Че, пошли? Куда? 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 Ну куда? Так, пришли дальше, что? Не сильно место. Ты же знаешь, где место? Ну, все. Пойдем. Ну, и? И? Чё? И чё? А где деда хлебушек? А где Масик? Деда хлебушек где? И показывай. Где хлебушек деда? Пойдем показывай. Там деда хлебушек, да? В мешочке? Деда хлебушек в мешочке? Где? Вот здесь деда хлебушек, да? Там холодно. Вот деда хлебушек тут есть. Он слип-то деда хлебушек-то. А? Киса, да, ушла. Засранец, блин. А? Лебушек деда. Нормально? Киша, заходи. 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 Заходи, говорю. Скотина такая. Заходи, говорю. Сволочуга. Ну, паразит. Ну что, нормально все? Ай. Ай. И что, не будешь, что ли, хлебушек-то? А, Димасик? Бибы? Бибы ездят. А где большие бибы? Нету. А где паровозик? Тоже нету. Вон большая биба едет. КамАЗ. Где большие биби? Где большие биби? А? Нет большие биби. Газель же не будем считать большой бибой. Вон дядя идет, да? Дядя идет. Тетя? Тети нету там. Туту? Туту? Паровозик туту? А? Паровозик туту нету. Нету пока. Или есть. Ты увидел паровозик, я думаю, ничего такое тут тутукает. А он паровозик увидел. Он какой-то двойной сцепкой идет с новыми, со старыми. Да, туту. Видишь, контейнера везет, да, конкурент сраный. Тут он, понимаешь, вот это, сколько бы водителей вот сейчас бы работал, эти контейнера бы возили по всей стране, понимаешь? Нет, блин, вагоны загрузили. Да. Где выгода-то? Выгоды нет никакой. Димасик. Депутатом будешь, отмени железную дорогу. Полностью. Понял? Понял?
Отменим железную дорогу, Димасик. Да. Едем, да. Железную дорогу отменишь? Депутатом будешь? Дядя. Птички пролетели. А вон дядя идет, да. А паровозик все едет и едет. Больших машинок не видно, да, Димасик? А? Больших машинок не видно. Ладно. Где тут у? Где тут у? Что, аккумулятор тут, да? Аккумулятор. Видишь сколько? Вот смотри, сколько бы дяденек больших бы на больших машинах бы денежек бы заработали, возя вот эти все контейнера, которые он один везет, понимаешь? Димасик. Вырастешь депутатом, будешь, значит, отменишь эту железную дорогу всю напрочь. Понял? Пусть пассажиров только возят одних. А грузовики уже пусть дальнобойщики возят контейнера. Хорошо? Димасик. Хорошо? Где надо хоть чайку выпить, что ли? А? Чайку попить. Чайку? Дима, там не это. Маме. Папи. Маме. Чайку наливлили, так ведь не жужжимся еще, да? Че? А, маму включить, что ли, или что? Мама. Мамы тут? Нет, мамы тут не будет. У нее нету камеры на работе. Че, хлебушек, да? Не надо хлебушек. Молоко? Оно кислое. Оно кислое. Простокваша. Что, хочешь молока? Простокваша? Понюхай его. Понюхай. Нет, ты не пробуй, понюхай. Чай? Горячий чай будешь, что ли? Да? Нет, сначала поп. Нет, сначала это. О, горячий, да? Горячий? Сердечки. Он кисло-рыжая, смотри. Че? А хочешь просто водички? Хочешь просто водички? Пойдем? Иди наливай. Ставь. Тут горячая, там холодная. Куда поставишь? Холодную? Вот все. Стой. И пей.
Все, напился и еще больше. Давай мы уберем отсюда, туда. А то он упадет. Чего? На, садись. Хлебушек невкусный, да, мороженый, немасик. Если мы сейчас новый будем печь, это часа через 4 он только будет готов. Потом засохнет. Да. Бабин тапочек, да? Сушится. Тише! 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 Тебе нормально все? Ну, носки-то пусть лежат. Если же это... Киса серая, будем приставать, да? Серой кисе. Ты, болтус, что? Все? Айда, Кеша, айда. Кеша, Дима, туда не ходи. Кеша! Иди домой. Сволочуга такая. К-19 идет. Сначала возьмем этот, потом остальные. Внимание, при погрузке мертвого оружия на позиции А, нет, не К-19, это опасность глубины. Все, пойдешь? Заходи. Куница! А где елочка, Дима? Осторожней. Елочка где? Где елочка? Все, нету елочки. Киса. Кеша. Кеша. На, понастыл уже, пойдем. Хлебнешь. Чайку хлебнешь. Не могу, пошел-то. Но они пустые бутылки, пусть они там стоят. На, чайку, Дима. Это полная. Куница. Куница. Давай сюда. Давай, алле. Алле, давай сюда. Давай. Прыгай. Прыгай давай. Ага, через низ так, да?
Только через них, да? Будешь чай, Дима? Не будешь? Ну и хрен. От киса не спрячешься. О, куница. 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 И, мальчик, не надо бутылки вытаскивать оттуда. Не надо. Пусть они там стоят. А, мести будешь? Ну давай, мети. Тише. Нормально все? Бум. Каптан в отсеке. Так, еще надо это. Лесочку добавить. Добавить лесочку. Тайга 10. Не, ладно, если это тоже будет 10. Ноль вообще, да, вот. Здесь 300 уже есть. Вот. Вот сейчас так. Поменять нужно будет структуру. Раз, два, три, четыре. Асфальт. Так, теперь мы здесь сделаем полтинничек где-нибудь. А, 40 нормально. 50. Так, нам главное что сделать? Нам главное здесь убрать трафик. Убрать трафик на трафик. Так, ага. Десятка, да? Давай-ка мы сделаем 14. Ематик! Так, ладно, поехали. Следующий месяц должен вернуться. Он должен быть на связи через полтора часа. Он покинет.
Так, ладно, с этим мы разберемся. Здесь нам нужно что сделать. Здесь мы сейчас сделаем подъемчик. То есть N. Давай сделаем 70. 70, да? Здесь мы сделаем 90. 90. Сделаем 110. Здесь сделаем 110. Федя, миска. 110. Здесь мы сделаем соточку. Соточку. Да, соточка. Здесь мы сделаем 70. 70. Здесь полтинник, все. Сейчас получается будет такая горочка. Мы отсюда выходим. Бибиу, папиу. То есть здесь мы сейчас. Папи, папи. Выровняем, да? Сейчас мы это все дело выровняем. Чтобы у нас было ровненько. Да, да, во. Все. Горки у нас сейчас закроем. Закроем и сейчас горки. Такие. Один. Да, да, да. Сейчас у нас горочки. Оп, не то. Извиняюсь. И один. Сейчас мы соединим тут все. Хлоп. И оп. И хлоп. 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 Да, отлично. И здесь то же самое сделаем, да? Е3. Е1. Отсюда. Да, 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 да. 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 Вот, смотрим сейчас, что у нас здесь получилось. Мы это слегка прикроем. Слегка прикроем. И мастик, там бабины документы. Да, вот у нас тут получится что? Гора. Гора. Горы в воздухе, да? Да, горы в воздухе. Что? Обосрался, что ли? А? Мясик. Да. Это мы поправим здесь, сделаем. Закроем горки. Яки. Давай мы, наверное, повышки вышибли уже все, да? Горки, да, горки. Ладно, с этим разберемся. Сохранимся. Давай, Димасик, сейчас мы посмотрим бабу. Сохранится. Бабу, хочешь посмотреть бабу? Сейчас посмотрим бабу. Сейчас бабе посмотрим. Бабе. Бабе. Бабе.
Так, что у нас вчерашний ВДП? Трое этих каких? Трое дизлайкеров. Они все трое идут, Димасик. Видишь, вот тут три дизлайка. Два, вот один тут, один, блядь, проспал, здесь тоже один проспал, здесь двое проспали. Они вот стабильно идут, три, это вот эти вот. Конь сибирский, Натан Оклахома, который Максимка Дылдин. Вот, и Гончаров, по-моему, там, да, еще с ними. Да, Димасик? Вот, давай посмотрим вот это видео. Она была символом эпохи и стала легендой. ГАЗ-М20 «Победа». Встречайте самый известный отечественный автомобиль. Так, это... Ну, смотри, Димасик. Баба. Я пробую, я без спрашиваю, ты работаешь? Ты Димасика хочешь посмотреть? Это кто? Так, надо воду зернуть. Димасик, давай воду зернем. А? Водичку будем газировать? Водичку будем газировать? Давай неси бутылочки. Димасик, на, неси бутылочку туда. Неси бутылочку. Не остыло, правда, ни хрена. Газировать бутылочки будем, да? Димасик. Будем газировать? Куда побежал-то? Прикрываем. А там баллончик сейчас откроем. Сейчас все закрыли, блядь. Тише. Берем пузырь. Открываем его. Сейчас сделаю секунду газировать. Воду вытрою. Все, поехали. Дио. Поехали. Смотри, сейчас бру будет. Смотри, сейчас. А, как газернулось, да? Смотри, как газируется. Кеша, сейчас уронишь, сволочуга. Я же говорю, уронишь, блин. Дима, молодец, Дима. Молодец. А остальное не будешь поднимать? Вон там снизу у тебя еще упало. Не принимает. Пошевелишь, принимает. Мам!
А подожди, давай мы сначала одну загазируем. И опять уронил. Все, переворачиваем. Сейчас мы перевернем. Закрываем. Подкручиваем. О. Видишь как? Загазировалось-то. Сильно газированный напиток получился. Пробку. Держи, Дима, твердая бутылочка. Давай следующую. Давай следующую. Ну, молодец. А мне в ручки давай. Сейчас мы эту загазируем. Да? Сейчас мы эту загазируем с тобой. Так. Все, переворачиваем. И газируем. Вот сейчас она принимает газы, впитывается, но еще не так. Начнешь шевелить, вот она пошла хорошо газы впитывать. Кеша! Куница! Вот сволочуга, а! Ну, сволочуга. Ну и все, и достаточно, да? Перекрываем. Но это не так сильно загазировалось. Тоже пойдет. Держи, Димасик, еще одна бутылочка полная. Давай еще одну пустую. А, все-таки лишнюю выдаем пространство. Вот так, хлоп. Смотри, держи бутылочку, Дима. Вот так вот, держи сейчас, а я открою. Держи, держи, не бойся. Держи вот так. Возьми ее вот так. А я открою. Испугался. И какая твердая стала. Потрогай. Видишь, твердая какая стала. Я будем трясти. Ой, как она впитывает. Видишь, газ как впитывает прямо. Вон как впитывает. Видишь, как впитывает газ, да, Димасик? Пузырьки? Где? Что там, последнее еще осталось, да? Или все уже загазировали? Это полное уже. Ее достаточно. Еще пустая, да? Все. Сейчас мы эту перекроем. Пробку давай, Дима. Вон пробка. Пробочку давай. Неси пробочку. На, неси пробочку. Давай пробочку, Дима.
Смотри, как она шипит. Смотри, как шипит. Смотри, как. Ох, как она шипит. Раз, и сразу пробочку. Оп. Все, держи. Давай следующую бутылку. Помощник. Димасик, давай следующую бутылку. Куница. Димасик. Ты где? Ну все, с концами убежал. Вот осталась последняя бутылочка. Ну что, обратно-то принес? Так, цепляем последнюю бутылочку нашим аппаратом. Выдавливаем воздух. Выдавливаем лишний воздух. Да, короче. Сейчас. Будешь держать? Держишь? Газирует, видишь, твердая какая. Да, тут повернул, она газирует. Там будем трясти. Да, когда пузовица. Когда впитывает углекислоту. Вот все. Закрываем. Перекрутили все, блин. Левая пробка. Все, сразу же закрываем. Все. Это у нас отработало, что там закроем баллончик. Так, и сбросим газ. Все. Засовываем обратно шланг. И прячем его сюда. Все, Димасик. Водичка. Где у нас стаканчик? Дима, не трогай корм, не трогай корм кошачий, не трогай. Не надо его трогать, это нельзя. Не трогай, Дима. Не трогай тут корм, Дима, не трогай. Сейчас смотри, Дима, сейчас мы нальем в стакан нашу водичку. Смотри, как она газированная такая. А? А она шипит, смотри. Видишь, шипит? Ты же не будешь такой пить. Ой. Ой. Пусто. Ой. Ой. Я не слышу, что так сильно, но нормально. Ну что, ты будешь эту воду пить, что ли? Ну, и что? Не, а это что? Положи сюда. Кусается?
Все? Все? Иди домой. Еще что ли? Кем ты там? Только очень маленький глоточек и все. Да, да. Это подпортит. Все? Все? Иди домой. Иди домой. Ты же не пьешь. Вкусно? Да, самое красивое идет. Сейчас газ уже вышел. Не урони такой стакан. Спокойно так пьешь воду. Это нифига не выпил, так язык промочил. А сейчас уже, уже газ вышел. Да. Опять тут разбросал все. Кеша! Кусается, да? Жене приписываю. Нет, мечется, колотится. Мужика его, понимаю. Сама живая была. А он сколько подарит только. Океан. Кусается? Я ваты в уши и все, и лежу спокойно свои полочки. Не надо вам колоть. Ну все, я. Все? Ничего ты рыгнул, Димась. Прям как дедушка, да? Ох, и получим мы с тобой от бабушки-то, а? Димасик, ох, и получим мы от бабушки с тобой, да? Ох, и получим. Да, ох, и получим мы от бабушки с тобой. Ну хрен с ним, Димасик, скажи, это же будет потом, да? Это же будет потом. Бибики? Где большие биба? Где большие машинки? Где большие машинки? Вон стоит Мазурик. Да. Mm-hmm.
Профессор? Мини! Все, дочь, пойдем. Биби, да. Зато будешь красивая и здоровая. О, Михайловская без лифчика снимается. Интересно. Она же никогда не показывала свои сиськи. Димасик, смотри, Михайловская, смотри. Без лифчика. Что, Димасик? Кто там? Биба. Ну, Биба, и чё? Вон стоит БМВ, семерочка, да? Внизу видишь БМВ семерочка. Вот на такой же вырастешь будешь ездить. Вот смотри, смотри, какая большая Биба едет. На межгород пошел. Будешь на такой работать, Димасик? На большой машинке будешь работать? А? Димасик? Будешь работать на такой машинке? Представляешь, уехал из дома от жены на неделю и отдыхаешь спокойно, представляешь? Как хорошо, да. Воняет эти воды? Воняет. Я за ними ныряла в пруд с пиявками. Ничего, видишь? Жила осталась. Ну, может, где эта дрянь можно намазать? От морщин подорных. Извини. Мне так твои морщины нравятся. И вообще, что я делаю для тебя? У меня не надо, никого нет. Знаешь, как я, Борис, вот надоел вам, и вы переедете в свой дом. Нет. О, агрессив прошел. Помытый весь. С белыми дисками. Шутишь? Мне, правда, деньги сегодня принесут. А мать, что, наверное, за тебя жить будет? А еще долго сидеть. Она в Москве деньги понадобится. Квартиру продают. Тише. Тише. Что делаешь? Варежки одеваешь? Вот больно же кусаешься. Паразит. Ай. 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 Кеша, 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 Кеша. Акробат. Акробат. Кеша, акробат. Кеша! Сейчас опять уронит. Серая киса. Угу. Биби. А где машинки? Иди смотри машинки. Дай мне комментарий-то почитать, девочки. Пойдем. Куда пойдем? Где Биби? Че там? Че там? Че там такое, девочки? Не понимаю. Что это полез-то? Да нету Биби здесь. Вылазь давай отсюда. Вылазь. Вылазь. Тот сам вылезет. Все? Это кубик Рубик. Бывший кубик Рубика. Саня, ты каждый раз
напишешь столько, что, блин, полчаса сидишь читаешь. Это, скорее всего, именно архив делается для детей и внуков, чем все остальное. Чё, Димасик? Чё, водички, что ли? Начинается. А, ты такой хочешь водички? Простой? Ты, не, это горячая, а там холодная. Ты ставь туда, куда тебе надо, холодную, да, надо? Ой, че? Все. Сколько хватит? Все, пей. Купил? Все? Молодец. Все другое. Не другое, ты сказал то самое. Там ничего не трогай. Там Боба и Кака. Спрятался? Сранец маленький. Так, что дальше читаем? Есть та часть, которую терпеть не может из-за карты. Ну и есть еще те, которые не могут понять, почему так все открыто, к чему эта публичность, тоже такие есть. Мостик, читаем. Деда, да. Димасик, ты выучил алфавит? Йоколо мене, около ЖП. Я же говорил, что у них ставят динамики вместо глушителей. Да, да, да. Хочешь Феррари, хочешь американский какой-нибудь. Так они не только делают в этот в электромобиль, они еще и в спорткары во всякие добавляют звуки в динамиках, чтобы резкость там какая-то была. Или в BMW там, по-моему, даже делают, ставят. Что, Димасик? У вас там наши запорожцы. Ты, Саша, что, с Украины? Все. Что, Димаш? Что там? Там что у тебя? Что там у тебя? Били засунул, что ли? Ну подожди, дай я посмотрю. Нет там никакой Биби. Ты в другое место куда-то ее засунул. Бибу-то свою. На балконе тоже нету ее. Где Биби? Ищи.
Где у тебя машинка-то? Где машинка-то у тебя? Вон машинка твоя, Дима. Вон машинка твоя. Вот большая машинка. Нашел Бибу? Ты что там делаешь? Плюс 1000 это будет, когда с Анадыря люди поедут. Да, у нас сейчас морозы обещают. Тридцаточка. Я сейчас посмотрю. Так, завтра 14, да? 17, так, вот смотрим, подробный вид здесь. То есть 17, 14, четверг 20, 22, 23, пятницу 25, 20, суббота 29, 30, воскресенье 35, минус 27, понедельник 29, вторник 24, среда 31, 24, 25. И потом уже потепление опять пошло. Такая у нас погодка ожидается. Морозы все равно свои, наверное, возьмут. Я понял, Саша, спасибо за комментарий. Саша Липтон, в принципе, давно уже на моем канале. Очень давно, практически с самого начала. Да, Димасик?